Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Тапузлиева. Молодые учителя могут воспользоваться льготной ипотекой. Как сообщает Кировская региональная ипотечная корпорация, ставка для работников образования на весь срок действия договора составит 8,5% годовых. Причем размер ставки не связан ни с уровнем дохода заемщика, ни с размером первоначального взноса, который, кстати, начинается от 10%. При этом собственный взнос может быть дополнен единовременной субсидией, составляющей около 20% кредита. Воспользоваться ипотекой на льготных условиях могут педагоги, не достигшие 35-летнего возраста. Они также могут привлечься заемщиков по кредиту. Дайджест недвижимости. В поселке Айленд остались последние 4 дома. Умный поселок в прошлом году был признан лучшим проектом элитного класса. Коттеджный поселок находится в районе Порошино. Дома построены в тосканском и американском стилях. В каждом настроена система «Умный дом». С помощью нее с планшетного компьютера можно управлять освещением, водоснабжением, отоплением и бытовыми приборами. Из 23 домов на сегодняшний день продано 19. Взять эксклюзивное жилье можно в том числе и в ипотеку, сообщает Роснедвижимость. Для владельцев материнского семейного капитала, военнослужащих, учителей, семей с двумя детьми предусмотрена господдержка и ставка по ипотечному кредиту от 0,25 до 0,5% годовых. Дайджест недвижимости. По данным портала Росриэлт, в ноябре незначительно упали в цене дома. В октябре средняя стоимость загородного жилья составляла около 3 800 000 рублей. Сейчас она обойдется на 150 000 дешевле. На 1500 рублей меньше в этом месяце надо будет отдать за сотку. 57 500 рублей – такова ее стоимость в ноябре. Квартиры, наоборот, подорожали на 1,5%. Цена квадратного метра на вторичном рынке – 47 300 рублей. Это на 10 000 ниже среднероссийского показателя. На этом все. В студии работала Дарья Тапузлиева. Дайджест недвижимости.